Социальные карты теперь оформляются и выдаются в многофункциональном центре. Таким образом, МФЦ стал предоставлять еще один вид услуг. Прием населения осуществляется по графику работы центра. Для консультирования граждан и сотрудников МФЦ в месте приема документов для оказания государственной услуги организовано дежурство специалиста Ленинского управления социальной защиты. Мы связались с заместителем начальника управления Андреем Миковым. Вот как он прокомментировал данные изменения. Мы надеемся, что в первую очередь граждане оценят удобство получения временных единых социальных билетов и социальных карт жителям Московской области через многофункциональный центр предоставления государственных муниципальных услуг. Поскольку сам центр работает с 8 часов утра до 20 часов вечера, без выходных, без перерывов на обед, время получения самой государственной услуги, оно не изменится. Сотрудники МФЦ работают на нашей программе, так что в худшую сторону ничего измениться не должно. Сегодня в Ленинском многофункциональном центре предоставляется 19 из 38 услуг. Они определены соглашением между Министерством социального развития Московской области и Министерством государственного управления и информационных технологий и связи Московской области. Это детские федеральные пособия, компенсация коммунальных услуг и другие.